сегодня чего-нибудь ешь? Простите, пожалуйста. Я тебе сказала, по сторонам смотри. Чего надо? Может, счастье нагадаете? А зачем тебе гадать, время терять? Ты плохой клиент, ты так счастливая, только время терять. Иди. Ой, милая, серебряная золотая, дай я тебе погадаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы к кому? А я к Лёше. Он нам? Нет, нет его, нет, дома нет. А вы его сосед? Ну да, мы вместе квартиру снимаем. Тогда, может, вы знаете, где он? Я-то? Откуда? Он пришел под утро, расстроенный какой-то, пьяный. Пьяный? Да и сам удивился. А потом проспался и ушел куда-то. А куда не сказал. Врете. Почему? Не. И мобильный не отвечает. Вот и мне не отвечает. Ну вот. Спасибо. До свидания. До свидания. А что ему передать, когда он придет? Передайте. Просто передайте, что его искала Люба. Марусь. Костя. Привет. Марусь, у меня есть рубашка на сегодня? Конечно. Принцесса, просыпайся. Просыпайся, просыпайся давай. Принцесса, ну-ка подъем. За папу. Папа, лови. Зать, бабушка с дедушкой вас очень любят. Спасибо. Мам, а папа с вами поедет? Мам, я похожа на принцессу. Вы или ты? Так, кто мой колбасу уже съел? Костя, да пропусти. Здравствуй. Здравствуйте. Хотели меня видеть? Здравствуйте, Екатерина Игоревна. Садитесь, пожалуйста. У вас есть какие-то замечания по моему новому фильму? Ваш фильм снят с сетки вещания. Как снят? Вы что? Ну, вам же очень понравился рабочий материал. Вы поставили фильм в эфир. Поставить-то поставили, но руководство канала... Появилась серьезная информация, которую необходимо проверить. До получения результатов проверки ваш фильм, к сожалению, показывать нельзя. Послушайте, какая информация? Что вы говорите? Информация о пристрастном отношении автора к главным героям фильма. Да при чем здесь, как автор относится к героям фильма? Это вообще мое личное дело. Ну, разумеется, Екатерина Игоревна, разумеется. Но есть сомнения в подлинности некоторых фактов, изложенных этими персонажами. Да вы что? Вы меня обвиняете в заведомо ложной информации? Меня? Катя, вы только не волнуйтесь. Вас никто не обвиняет в некомпетентности. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста. Вас никто не обвиняет. Ну, просто человеку свойственно увлекаться. Господин Фомин, один из главных героев вашего фильма, мужчина весьма харизматичный. Возможно, вы, поддавшись его обаянию, ненароком выдали желаемое за действительное. Так мне все понятно. Просто кто-то очень не хочет, чтобы мы фильм показали. Ну зачем вы так? Последний вопрос. Кто предоставил вам эту информацию, ну, которую нужно проверить? А здесь нет никакого секрета. Андрей Краснов. Да Краснов просто за свою шкуру трясется. Да вы досмотрите фильм до конца, вы все поймете. Знаете, Краснов ваш бывший друг. Фомин, я, насколько я понимаю, нынешний. Ну, слишком много личного. Все необходимо проверить. Уверяю вас, что мы постараемся сделать это как можно быстрее. Все? Всего хорошего. Не груби преподавателю! И вы не руки из карманов. А твое аморальное поведение? Жевать прекрати.
Ты ни одного зачета не сдал! Ты вылетишь из института, как пробка, это я тебе обещаю! Здравствуйте, скажите, пожалуйста. Мы сейчас заняты. Простите. Чем могу помочь? Меня интересует Алексей Морозов, третий курс. Может быть, вы подскажете, где его найти? Подскажу. А вот куратор третьего курса. Она вам подскажет. Здравствуйте. Сан Саныч, можно я тогда потом пересдам? Леша теперь до осени не объявится. Он досрочно сдал сессию и переведен на четвертый курс. Он и в прошлом году сдал сессию досрочно. И вообще он хороший мальчик. Старательный. Да, он хороший. Я знаю. А вы, собственно, кто ему будете? Родственница? Нет, я не родственница. Я любовница. Кто? Я любовница. Понимаете, приревновал к бывшему мужу и ушел. Теперь ума не приложу, где его искать. Да. Спасибо. До свидания. Здрасте. О, здрасте, Никит. Ты чего так рано? Он физрот меня. Погоди-ка, погоди, иди-ка сюда. Тут тебя посылка дожидается третий день. Велел сменщику ее тебе отдать, так видно, забыл. Вот где спрятал, там и лежит. Зайди, заходи сюда. Видишь, какая... Посылка? От кого? А мужчина один оставил. Это когда у тебя день рождения-то был. Просил передать тебе, чтобы никто не видел. Я ее не возьму. Да бери, штука-то дорогая. Я ее не возьму. Ты очень красивая. Ты самая красивая. Я сделаю все, что ты захочешь. Зачем ты мне это говоришь? Потому что ты необыкновенная женщина. Да. Даже сама не знаешь, какая ты. Еще не успела узнать? Не успела. Мне всего лишь 35. Да. И вот за эти годы тебя никто не разглядел. Я разглядел и никому не отдам. Спасибо тебе. Пусти меня. Подожди. Я хочу уйти. Марусь, ты не права. Марус, то есть подожди, это я не прав. Я тысячу раз не прав перед тобой, слышишь? Маруся, ты знаешь, я, кажется, люблю тебя. Катюша, я здесь. Мой фильм все равно будет в эфире, ты понял? И все узнают, что губернатор Дальнегорска вор, а своему положительному имиджу обязан хорошо проплаченным связями в столице, в том числе и некому телевизионному продюсеру Краснову. Так? Садись. Хочешь перекусить, я угощаю. Я видел твой фильм. Просто потрясающе. И чего ты хочешь, Краснов? Я хочу, чтобы ты перестала требовать от шефа показа свой фильм по ящику. Мой фильм все равно покажут. В моем фильме нет ни слова лжи. И шеф об этом узнает после результатов проверки. А если не включу в Дальнегорск? Угу. И сделаю так, что проверка продлится неопределенное количество времени. Фильм потеряет актуальность, малыш. Жалует царь, но не жалует псарь. Молодец. Да, царь вас жалует. А мы псари, но тоже можем кое-что. Спасибо, что предупредил. Я скажу шефу, чтобы он приглядывал за своим псарем. Подожди! Не хотел тебе говорить, но, видно, по-другому тебя просто не образует. Я поеду сегодня в Дальнегорск, а завтра у меня там встреча. С Андреем Фоминым. Я расскажу ему, что ты циничная, продажная, подлая журналюга.
которая втерлась ему в доверие, влюбила его в себя для того, чтобы собрать материал для своего фильма. А он у нас человек незамысловатый, да? Не простит тебе такого предательства. Никогда не простит. Но я могу сделать иначе. Я ничего не буду делать. Если ты пообещаешь мне здесь сейчас, что ты не будешь требовать от шефа показа своего фильма по телевидению. Договорились? Ведь мы когда-то с тобой жили вместе, Краснов. Неужели ты меня целовал по утрам? Неужели такое бывает? Я вас прошу, пожалуйста, найдите эту машину, это очень важно. Я же говорю, серебристая. Да нет, недорогая. Не-не-не, вы меня неправильно поняли, у меня ее не украли, я сама лично отдала ее человеку. Да, да, я хочу ее вернуть. Девушка, я очень хочу ее вернуть. Да не машину, бог с ней, с машины, я человека хочу вернуть, вы понимаете? Сейчас передам, секунду. Люба, с проходной звонит, какой-то парень подъехал на серебряной машине, тебя спрашивает. Все, идет, идет уже. Сейчас. Вы что, грамотные стали чересчур, а? Ты что разговариваешь? Сейчас пойдешь по линии, если не пойдешь, я тебя уволю. Ты понял? А ты его не защищай. Ты мне надоел уже, ты понял? Я тебя бить не могу. Я лучше насраться в твоей бой, а не все. Я тебя выпил отсюда, ты понял? Это вы? А где Леша? Он уехал. Куда? На юг куда-то. Сказал, что нашел работу до осени. Вот. А машину вам просил передать. А ключи? Спасибо. Алло, Лида. Лид, я не могу до Андрея дозвониться. С ним все в порядке? Не беспокойтесь, Катя. Андрюша на охоту уехал. Да, вернется завтра утром. Он там всегда телефон выключает. Лид, я завтра не смогу позвонить. У меня важная пресс-конференция, и я с утра телефон должна буду отключить. Может, Андрюше что-то передать? Лид, ты передай ему... Передай ему, что я его люблю. Все. Фройс, ну что ж ты не одетая до сих пор? Братцы, шевелитесь давайте, а то у нас следующий автобус только вечером. Никит, вещи не сложил. С кем болтаешь до сих пор? Ни с кем, мам. Ну сейчас закончу уже. Мам, а почему нас Леша к дедушке с бабушкой не везет? Потому что я тебе говорила уже, Фройс, Леша уехал, он в Москве будет только осенью. Как осень? Он же обещал Никите, что в школу в понедельник придет, диск принесет. Ой. Как в понедельник? Никит, иди сюда. Иди сюда быстрее. Рассказывай. Я ничего не знаю. Уверен? Ну, очень интересно. Ну что ж, сдается к дедушке с бабушкой, сегодня не едем. Правильно мне Леша говорил, все проблемы только из-за женщин. Ну, мам! Sorry. Простите, мы закрыты. Да, я знаю. Я хочу задать один вопрос. Вот здесь адрес. Он правильный? Да, и все правильно. Это здесь? Но здесь должен быть жилой дом. Дом здесь был. Большой и старый.
Его снесли совсем недавно. Извините, реконструкция? Здравствуйте, Альбина Матвеевна. Здравствуйте, Альбина Матвеевна. Здравствуйте, Альбина Матвеевна. Здравствуй, Никита. Здравствуй, Фрося. О, спасибо большое, что вы пришли. Извините, что я вас так грубо выдернула, но просто эти дети, они же не могут посидеть дома одни. А у меня срочное дело. Ну, вы идите, идите. Мы сейчас все выясним. Ага. Хорошо, тогда я пошла. Все. Пока. Чтобы вели себя как зайцы. Спасибо большое. Не за что. Мы все выясним. Хорошо. Ну что, дети? И почему вы одни не можете дома оставаться? Да это у нас Фрося ужасы придумывает. Угу. Фрося, и что за такие страшные ужасы ты придумываешь? Может быть, они не такие ужасные? А? Ох, Альбина Матвеевна, ужасный-преужасный. Когда родителей дома нету, все время кто-то скребется, а я боюсь. Ой-ой-ой. Ну вот. Что я говорю? Все время что-то новое придумают. А это что, по-твоему? Тихо. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! Ты мой хороший. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, Альбина Матвеевна. Слышите меня? Ну, я не нашла его. Нет, не существует этого дома здесь. Здесь бар. Его снесли давно. Я вас очень прошу, вы можете как-нибудь сейчас в Москве через кого-нибудь узнать? Он вообще в Нью-Йорке, этот чертов швейцар, или он не в Нью-Йорке? Как его найти? Пожалуйста, извините меня, я знаю, как собака. Да, я жду вашего звонка. Здрасте. Здрасте. А вы Лёшин сосед? Да, а вы кто? Неважно. А передайте тогда, пожалуйста, Лёше, что его разыскивают в средней группе детского сада. Просто обыскались все. А почему среднего? Потому что до старшей еще не дорос. Мы его считали взрослым человеком, но он повел себя, как обиженный мальчишка. Ну а как я должен был поступить? Марусь, этот самурай целует ее у меня на глазах. Что я должен был делать? Аплодировать? Нет, защищать. Иногда нужно защищать женщин от тех, кто их целует. Но ему в его средней группе этого не рассказывали, видимо. А вот у нас в старшей группе стараются дорожить любовью. Ну, во всяком случае, те, кто любит по-настоящему. До свидания. Водка? Цинь-цинь? Да-да-да. Цинь-цинь. А. Цинь. It's a Russian tradition. На сайте всех контактов только Аська помощница швейцара, и та не отвечает. Ну, Альбина Матвеевна, давайте еще раз слазим, побродим. У них там красиво, может, что и найдем, а? Ну, хорошо, давай. Так, вошли. Так, это ну, мы что? Видели, дальше читали. Так. Ой, подождите, Альбина Матвеевна, там внизу что-то появилось. Новая информация. Никитка, это информация. Гений! Ты нам такой подарок сделал. Ты хороший мальчик. Гений! Ну все, я вернулась. Привет. Ну, что тут у вас? Вика.
Вика, у меня для вас потрясающая новость. От Никитка молодец. А что там еще на сайте написано? Господин Швейцер пока в Нью-Йорке. Да, послезавтра он улетает в Стокгольм на Бьеннале. Вика, у вас, к сожалению, всего один день. Альбина Матвеевна, я всех своих здешних знакомых уже спросила. Никто ничем не может помочь. Просто какая-то безвыходная ситуация. Я вас очень прошу, позвоните Любе, Кате, попросите, чтобы они... Сейчас... Подождите одну секунду. Сейчас, подождите, я вам перезвоню. Да, Альбина Матвеевна? Ага. Я попаду не скоро. Это что такое? Я хотела угостить его черничным вареньем. Черничным вареньем, девочка моя, не самым лучшим способом можно его угостить. Альбина Матвеевна, извините, пожалуйста, сейчас мы его отмоем. Фройс, пойдем со мной в ванну. Поможешь мне отмыть его? Быстро. Мама, она была очень холодная. Черничное варенье. Боже мой. Я сейчас. Альбина Матвеевна, Фроська вечно что-то вытворяет. Я уберу. Альбина Матвеевна, а можно вас спросить? Конечно, можно, спрашиваю. Если вот человек подарил подарок, он же должен этому радоваться, правда? Если ты хочешь знать мое мнение, то дарить подарки – это всегда приятно, и особенно близким людям. Если тот человек, который подарил подарок, так, придет туда, где он его оставил, ему там скажут, что другой человек, предназначен был, да, подарок. Просто его не принял. И другой человек, получается, расстроился бы, да? Никита, тебе папа передал подарок, а ты отказался. Угу. Тебе папу жалко? Очень. Никит. Мне кажется, папа очень радовался, когда выбирал тебе этот подарок. Так что забери подарок. Быстро. Быстро. Хорошо. Пожалуйста, поднимите левую ногу на 6 дюймов и, стоя на правой, начинайте считать от 2000 в обратную сторону. От 2000 в обратную сторону? Я не могу. Я русская и не очень хорошо знаю, сколько это 6 дюймов. А я встречала нескольких русских, которые, увидев долларовый счет в штрафной квитанции, сразу поднимали ногу именно на 6 дюймов. Делайте, что вам говорят. Хорошо. Так, начинайте. 2000. 1999. 1998, 1997, я запуталась в переводе. 1996, 1995, 1994. Ну, у Кати то же самое. Не сговорились с Любкой? Маруся, ну вспомните кого-нибудь-то еще, ну хотя бы. Кого-нибудь, кто регулярно бывает в Нью-Йорке. Ну. У меня нет таких знакомых. У Вики один день. Всего один день. И, между прочим, было бы обидно, если бы она его не использовала и не нашла этого... Альбина Матвеевна, как вы думаете, вот Вика, например, стала бы беспокоить очень важных людей, если бы мне понадобилась помощь? Вика стала бы беспокоить кого угодно, когда угодно. Я просто недавно видела по телевизору... Кого? Белку Гранину, и она как раз рассказывала, что недавно вернулась из Нью-Йорка. Кто она? Кто? Это наша общая с Викой знакомая. Телефон. Училась на параллельном курсе. Но дело в том, что теперь она уже не Белка Гранина, она же, это как ее,
Гелена Альбертовна Гранина, гендиректор «Золото Сибири». Она гендиректор «Золото Сибири», да. Маруся. Это неудобно звонить? Неудобно. Вообще удобно звонить. Я думаю, спрос не грех. Телефон в крайнем случае, она меня просто не вспомнит. Конечно. Так. 1463, 1462, 1461, 1461, извините, у меня очень важный звонок. I'm sorry, I will continue. Маруся, I'm sorry. Извините, я продолжу. Маруся, привет, ну что ты? Что? Я поняла, да. Я знаю эту галерею. I'm terribly sorry, ma'am. Я очень извиняюсь, мэм. Да, по субботам? Так а что у вас там сегодня? Суббота? Так у нас тогда так же суббота! Я тебя целую, мэм! Моя дорогая, пока-пока! Слушай, она достала, пусть едет. Стоп! Остановитесь! Yes! Извините за беспокойство, вы можете ехать. Всего вам доброго. Я тебе говорила, все русские сумасшедшие. Привет, Катюша. Привет, Маруся. Что-то случилось? Все плохое, что могло случиться, случилось, Маруся. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. В некотором роде тезки. Вас тоже Андрей. Я продюсер. Продюсер Екатерины Широковой. А вот давно вас уже здесь поджидаю. Это зачем? Я специально приехал из Москвы для того, чтобы поговорить с вами. Дело касается Кати. С ней что-то случилось? Нет, с ней не случилось. А вот с вами может. Я бы хотел вас предостеречь от очень серьезных проблем. Ну, насколько я понимаю, вы знакомы с Катей недавно, а я 4 года был ее продюсером. Ну, не только продюсером, но и... Ну, вы понимаете меня, да? И я вас тоже очень хорошо понимаю. Катя интересный человек. Замечательная женщина, ей действительно можно серьезно увлечься. Вот. Но прежде всего она, конечно, журналист. Журналист, и причем очень своеобразный и очень профессиональный журналист. Понимаете, ради достижения своих целей она просто готова на все. Понимаете? Просто, ну, на все. И этот фильм, который Станислав Дальнегорский, сделан очень ловко, только потому, что. Что? Не понимаете. Потому что она притворилась влюбленной в вас. Понимаете? Она просто использовала вас в своих корыстных целей. А что вы собираетесь делать, Андрей? Ты не представляешь, Марусь, ну правда, ты меня сейчас... Правда, всего вот важнее на свете, ну, чтобы Андрей Краснову не поверил. Ну, правда, я бы... Сама бы полетела бы сейчас в Дальнегорск, но я не могу, это прескофичец. Я Ирочке Кольцову обещала, что я буду, но я ж не могу ее подвезти, она столько для меня сделала, я там сейчас... Кать, чего ты вообще взяла, что твой Андрей поверит какому-то Краснову? Я так поняла, что он не самый глупый человек. Да как не глупый? Да что? Он такой умный, он такой добрый. Он необыкновенный. Ну, понимаешь, он очень такой вспыльчивый.
плачь. Он вспыльчивый и очень горячий. Не плачь. А Грозно может быть таким убедительным. Ну, прошу тебя, даже не бери в голову себе. Если он тебя любит, он никого не послушает. Ну, как никого. Любит. Только тебя послушает. Марусь, ну как любит? Он же мне не говорил, что он меня любит. Это я сама все так вот придумала. А когда бы он тебе сказал-то? Вы же еще не виделись после Дальнегорска. А по телефону он тебе не может такого сказать. И правильно делает, что не говорит. Он любит тебя, конечно, любит. Ты знаешь, я правда, вот я никогда вообще-то я никого так не любила, правда. Он такой... Кать, дурочка моя. Слушай, у меня телефон рядом с детской. Я сейчас, все, сейчас приду. Люба! Привет. Пропала ты, я не могу дозвониться тебе целый день. Чего телефон-то отключаешь? Не хотела разговаривать. Мне так плохо, Маруська. Марусь, я не знаю, что делать. У нас здесь Катька тоже рыдает. Приезжай немедленно. Немедленно приезжай. Замечательная вещь. Да, мне тоже нравится. Да, серьезно. Только это авторская копия. Оригинал хранится у автора в Москве. Я хорошо знаю этого художника еще с тех пор, как он учился в школе в Костроме. Вы из Костромы? Да, я родилась в Костроме. Вика. Миша. Привет. Привет. Так ты... Так это ты, мистер Швейцар? Швейцар, это я. Почему Швейцар-то? Взял фамилию мать. М.С. Михаил Семенович Швейцар. А я Виктория Завадская. Виктория Завадская, это я. Ах, вот у нас кто Завадская. Я. Почему Завадская? Потому что я взяла фамилию бывшего мужа. Алло. Ты где, Краснов? Угу. Ну, в общем, рассказал я все твоему Фомину, как и обещал. Угу. Да. Вообще, мы с ним очень хорошо поговорили. Хороший человек. Угу. Он тебя считает, как бы тебе помягче это сказать. Он считает тебя предательницей, считает. Угу. Давай, пока. Кать, у тебя через час пресс-конференция. Ну так нельзя, Кать. Чтоб сама мне сказала, если бы я оказалась на твоем месте. Сказала бы, что это бабство. И свинство. Не делать свою работу.
Только потому, что один твой мужик оказался сволочью, а до второго ты, видите ли, не можешь дозвониться. Давай. Я приготовлю твой костюм. А почему тебя было так тяжело найти? С бывшими соотечественниками я дел не имею. Это принцип. Странный принцип. Ну, если бы ты натерпелась от них столько, сколько я, он бы тебе странным не показался. Что, доставали? Не то слово. Когда у меня тут только-только стало получаться, они же все хотели поживиться за мой счет. Естественно, больше всех было из Москвы желающих. Ну да. Старинные знакомые, какие-то дальние родственники, детсадовские приятели. Черт знает, что облепили, как пираньи. И ты давай конспирироваться, как старый большевик. И фамилию смени. Ну а что? Это было необходимо. Ну и забавно, конечно. Забавно? Да, я забыла. Ты всегда легко рвал старые связи. Вик. Да нелегко. Правда, я очень скучал по тебе. Очень. Но я должен был уехать. Ты же знаешь, у меня дома ничего бы не получилось. Да, я говорила тебе это еще на третьем курсе. А ты помнишь, как я заявился к тебе в общагу? С ночлегом, помнишь? Да. Голодный был, как собака. У тебя в холодильнике ни черта нет, шаром покати, только чай. И ты пошла по соседям, сказала, что у тебя заночевал бедный еврейский мальчик, которого нечем кормить. Ты помнишь? Да. А потом нам всю ночь не давали покоя. Несли какие-то огурцы, какие-то пироги, колбасу. Их было не остановить. Послушай, Вик, я подумал, ты не останешься? Почему? Вик. У меня тут есть все. Все, о чем мы мечтали 16 лет назад. В общаге на Юго-Западе. Ты ж помнишь? Я помню. Ну? И как ты сбежал от меня, тоже помню. О, Господи. Из всех моих знакомых женщин только ты умеешь так по-детски обижаться. Из всех моих знакомых мужчин только тебя пришлось так долго разыскивать. Обычно это происходит иначе. Приходится бегать от назойливых поклонников. Ну, прости меня. Прости. И все. Миша. Вика. Я запрещал себе думать о прошлом. Только о будущем. Здесь иначе не выжить. Но зачем нам теперь-то расставаться? Прежней Вики нет, Миша. От тоски я вышла замуж. Я развелась. Потом я встретила женатого человека. Все это было ужасно. Все это, Миша. Я прожила без тебя целую жизнь, Миша. Проживи со мной новую. Нет. Прежнего Миши тоже нет. Есть господин Швейцар, с которым у меня будут только деловые отношения. О, Ирочка, привет. Привет, Катюш, как настроение? Все хорошо, хорошо, что я успела тебя перехватить. Слушай, я хочу поменять тему вопроса. Как?
Ты что, шутишь? У нас же прямой эфир, мы столько готовились. Я тебе все объясню, у тебя есть 5 минут. А сейчас смотрите прямую трансляцию с ежегодной встречи президента Российской Федерации с представителями средств массовой информации. Пресс-конференция начнется через несколько минут. Смотрите, тетя Катя! На ежегодную встречу президента с прессой приглашены журналисты самых известных и авторитетных телеканалов и изданий. Кушай, Андрюшенька. Спасибо. Глянь, глянь, Катя! Ой, все не покажет больше. Ты мне хлеба дашь? Да, конечно. Андрюша, а она до тебя дозвонилась? Нет, не дозвонилась. Ну, кстати, трубку дай мне. Сейчас. Ну, а что ты тот телефон отключаешь? Кому он там помешал? Тихо, не шуми. Глянь, опять Катя! Ой, говорит что-то, где пульт? Так. Ну, где же он? Куда же я его положила? А, вот он! Господин президент, Екатерина Широкова, время в лицах. В последнее время наше правительство ведет активную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. У меня есть видеоматериалы, содержащие неоспоримые доказательства злоупотребления властью дальнегорского губернатора Геннадия Борцова. Молодец. Эти материалы вошли в мой фильм, который по неизвестным мне причинам был снят с сетки вещания. Я прошу провести прокурорскую проверку в Дальнегорском районе и обнародовать ее результаты. Ой, Никит, все, давайте выключайте телевизор. Ума, я еще чуть-чуть. Смотри, все. Никита, мы тебя оставили здесь исключение, не выпендривайся. Чуть-чуть, я сейчас пощелкаю исключение, но это то. Государь, провинция Китая принесла сенсационные плоды. Новости. Давай, я сказала. Успешно закончился визит колумбийского нефтяного магната в Москву. Бизнесмен встретился со своими... Пересмотре гуманитарного культурного наследия этой великой державы и присвоение всех ее достоинств. Что, нашли что-нибудь интересное? Ее изобретений совсем другому народу. Ну, если ничего интересного, то все, давайте уже перефройте, идите спать. Мамочка, можно я останусь? Я же девочка. Мам. Костя! Вишник, праздник для взрослых девочек, тебе с нами будет скучно. Я пришла тебе сказать, чтобы ты не виделся с детьми. Они и так все очень сильно переживают, особенно Никитка. Потом, после развода, вы непременно будете встречаться. Марусь, ты что, обалдела, что ли? Какой развод? Ты шутишь? Да, развод, Костя. Я подала документы. Но я все эти годы была счастлива только потому, что я верила в твою любовь. Подожди. Марусь, ты не права. Из одной ошибки. Да, Костя, ты вообще ничего не понимаешь. Тише, я 1000 раз прошу у тебя прощения. Если нет любви, ну, ничего ведь нет. А теперь, девчонки, выпьем за Маруськину новую жизнь. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что... Обязательно уговори его праздновать свадьбу в Москве. Да, отлично. А потом в Париж. Знаешь, без этих шаров. Я поняла. Всякой ерунды. Спасибо, дорогая. Я, правда, не уверена, что мы... А Владимир Георгиевич знает, что это я организовала? Ой, Викусь, конечно, знает. С Лондоном, Швейцаром. Я, между прочим, прошу не принижать масштабы этого события. Он, конечно, не придет. Нет, ну, конечно, Вселен. Но до Москвы-то тоже имеет некоторое значение. Это всем ясно. Да, между прочим, в новостях я забабахаю сюжетик. Да. А тебе нужно, между прочим, позвонить, пока не поздно. А я позвоню. Позвони. Давайте выпьем. Все, Маруська, все за тебя. За тебя, ура. За меня. Ура. Да.
все забыла. У меня же с собой есть макет каталога. Я же могу показать макет каталога. Ой, все забываю это. Макет каталога. Ой. Девчонки, вы думаете, я просто так, что ли, пришла? Алло. Давай, показывай. Это телевидение. Да, это я. Ну да. Слушай, ну хватит уже, голубой, розовый. Извини, пожалуйста. Я понимаю, что никакой политики. Цвета и все это как-то немножко. А если у тебя зеленого? Да. Это лучше. Ну, поверь мне, хорошо с рыжим, будет прямо отлично. Я тебе гарантирую, это культурная бомба. Я возвращаюсь домой. Если... Сейчас, подожди, вот это вот открою. Я возвращаюсь домой. Что? Что? Подожди, я тебе перезвоню. Девчонки, я не выхожу замуж ни за какого Владимира Георгиевича. Я возвращаюсь домой. Костику своему. Нет, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ну что там они говорят? Ну подожди, не лезь. Ты что, его простишь? Я уже простила. И что, опять вымаливать заказы в агентство? И тащить всю семью на своем горбу? Нет, Маруся, вот это вот я для кого вообще все придумала? Вика, это... все остается в силе. Мы продолжаем заниматься куклой. Вы же видите, как я изменилась. И все это благодаря вам. Маруся. Какие вы молодцы. Как вы заботились обо мне. А ты... ты же видишь, какая я стала. Опять молодая, красивая и веселая. Как же я люблю вас. Всех! Пьяниц моих дорогих! Девчонки, ведь я уже почти забыла себя. Это вы мне помогли осознать, кто я есть на самом деле. А Костика я простила, да. Потому что он страдал так безумно просто, ужасно. И я точно знаю, что он раскаялся. И он больше никогда-никогда не обидит меня. Он любит меня. Я это чувствую, потому что я сама люблю его. Что ты его? Здравствуй. Лёша уехал и не сказал, куда. Как вы думаете, он вернется? А меня в Дальнегорск посылают. Но я не поеду, меня ж там никто не ждет. Алло. Алло. Ой. Привет. Ну, привет. Да. Доброе утро. А где ты был? Да. Куда ты ушел? Да, у нас и я тоже. Алло. Алло. Здравствуй, да, да. Алло. Слушаю. Да, слушаю. Привет. Здравствуй, дорогая. Ты знаешь, я рад тебя слушать. Я ждала твоего звонка. У меня все замечательно. А у тебя? Бабушке скажите, что крем я ей заказала. Но вот книгу про капустную рассаду у меня не нашла. А ты раз с нами не поедешь? Нет. Ну, мам! Я не могу. У меня сегодня девишник. А-а-а.